Всем привет, дорогие друзья! Я из солнечного Хайнаня, шлю вам огромный-огромный привет! Наконец-то я приехал на Хайнань спустя 3 года. Больше 3 лет прошло, друзья, с начала пандемии. Мы, конечно, многие хотели сюда приехать, но никак не получалось. И наконец-то я приехал сюда, чтобы показать вам заново все, что здесь есть. И в этом выпуске мы пробежимся с вами по Додунхаю. Я покажу, что здесь изменилось, что здесь новенького. В общем, давайте смотреть этот выпуск. Начинаем наш новый сезон на Хайнане. С вами Павел Георгиев, компания «Видеоблог Георгиев Тревел». Поехали! Итак, друзья, я начинаю свой выпуск вот с этого места. Это слияние Додунхая и Санья. Чтобы не было ощущения, что Санья город находится где-то очень далеко, это все близко, из одного перетекает в другое. Позади меня это Додунхай, мы сейчас отправляемся туда. Формат у нас будет, друзья, с вами такой. Я еду, рассказываю, иду, рассказываю, показываю где-то параллельно на отеле. Например, вот это начало Додунхая, скажу, отель Four Seasons Courtyard. Я здесь останавливался, останавливался, даже помню, с мамой. В общем, это, можно сказать, первый отель при въезде в Додунхай. Он не так, может быть, близко к морю, но отель по номерам и, в общем, в целом достаточно качественный и хороший. И даже многие отели выглядят, которые ближе там находятся, к морю. Но это не так далеко, если вы можете ходить здесь, прогуляться совсем немножечко. Вот. Так что, друзья, еще раз отмечаю. Вот это начало Додунхая. Вот здесь у нас находится с вами Санья. Санья Бэй в той стороне. И, соответственно, вы даже можете пешочком или на общественном транспорте добраться. Начинаем наш путь. Начинаем наш диалог с вами. Я буду все рассказывать, и вы обязательно подписывайтесь. Ну, конечно же, обращайтесь за турами. Смотрим этот полезный, большой информативный выпуск. Здесь, друзья, хочу еще особо отметить, да, что везде, если вы даже гуляете пешочком, есть вот такие зеленые зоны. Вот так вот можно посидеть под таким раскидистым деревом, как вон тот китайский мужчина, и отдохнуть. Движение достаточно легкое и простое. Я вот, кстати, тоже сегодня передвигаюсь на мотоцикле. К сожалению, не моем уже, да, но тем не менее, как бы мой тоже мотоцикл есть. Вы можете здесь передвигаться на байках, но я, конечно, рекомендую погулять пешком. Если вы на мотоцикле не ездили, лучше не надо. Но отмечу, здесь всегда есть дорожки отдельные для мотоциклов и велосипедов, поэтому передвигаться комфортно. Это у нас Санья, как я говорил. Здесь у нас начинается Додунхай, и вот нас встречает сразу вот это с большим золотым куполом. Это отель Гавайи. Гавайи, он идет как 4 звезды, бизнес-отель. Сам отель неплохой, питание простенькое. Так что сейчас мы с вами туда заедем. Додунхай у нас будет так вот расположен вдоль дороги. Дорога слева, справа, у нас с правой стороны больше инфраструктуры и, конечно же, отели. Так что двигаемся туда. У нас здесь будет еще с вами Сяо Дунхай бухта, но это уже, говорится, в следующем выпуске или в конце этого. Посмотрим, как у нас будет по времени все получаться. А пока двигаемся в Додунхай, смотрим отели, все, что есть. Друзья, обязательно забежим что-нибудь перекусить, я покажу, что можно поесть, и по дороге буду делиться еще дополнительно разными советами. Вот здесь в этой части остановился, друзья, специально для вас, потому что здесь у нас находится, если немножко проехать, живописный район, олень повернул голову. Здесь, как вы видите, расположены тоже олени везде. Смысл в чем? В том, что там большая гора, может быть, кто-то видел, это большой парк, олень повернул голову, от него открывается прекрасный вид, там тропический парк, можно погулять, походить. Лучше туда прийти в вечернее такое время, когда еще день, и захватить ночь. Там будет открываться классная панорама на фениксы, то есть это большие эти отели, которые светятся в форме ракушек. Так что очень-очень красиво. Вот здесь я остановился, друзья, еще хочу вам отметить, смотрите, таблички на русском языке, куда ехать, видите, да, то есть аквапарк, мир грез. Романтический парк Санья, да, то есть все указатели есть. Соответственно, вот здесь у нас, кстати, отель, вот за этими деревьями скрывается такой каменистый. Это отель Guest House, 4 звезды. Он тоже находится на въезде в сам Додунхай. Вот мы практически с вами вон там были, немножко весь пробочку вам создал. Ну ничего, ребят, побьете, вы это умеете. Вот, и мы с вами двигаем дальше. Здесь у нас вот такое вот движение, друзья. Достаточно простое, как я говорил, но если вы никогда не ездили, конечно, лучше не начинать. Я всегда не рекомендую, потому что опасаюсь за ваше здоровье, состояние и так далее. Ну вот мы проезжаем с правой стороны, у нас вот здесь, получается, находится отель Гавайи. Вот так вот, давайте, наверное, мы как сделаем? Я, наверное, вот так вот раз прямо прокачу, мы доедем прям практически до Ананаса, а потом поедем в обратную сторону смотреть другие отели. Здесь у нас направо, налево улица расходится, в основном направо вся у нас инфраструктура.
Вот, вот так мы с вами передвигаемся, друзья. Так, с левой стороны у нас тоже есть бары. С левой стороны у нас будет знаменитый бар «Дельфин». Там очень много собирается русскоязычных ребят. Там еще был «Янг Бар», но он закрыт уже в этом сезоне, не работает он. И вот с правой стороны как раз начинается вся максимальная инфраструктура на Дунхае, которую как раз любят наши туристы. Я как обещал, мы с вами вот так прямо доедем, потом возле ананаса развернемся, и я потихоньку начну вас погружать в отели. Или мы, наверное, даже от ананаса начнем, там отель «Харманы» у нас, Южный Китай, в котором я проживаю. Вот, и будем вот так вот с вами двигаться. Здесь у нас по дороге еще будет один торговый центр, называется Summer Mall. То есть вот он сейчас у нас с правой стороны как раз появляется. Вот. Но мы, говорю, еще раз будем более глубоко. Сначала хочу вам сделать общую картинку, да, а потом будем двигаться. Как вы замечаете, да, вон там написано «Эрмитаж», «Ресторан», «Бар», то есть русские вывески так у нас и остались. Вот. Здесь у нас с левой вот здесь стороны, друзья, видите, отель «Линда», он полностью на ремонте, и сейчас он, конечно же, не работает. Я, кстати, еду на байке электрическом. Электрические байки, электрички, они здесь очень развиты. Двигаемся, сейчас у нас будет по правой стороне парк, центральный парк, можно сказать, это будет максимальный центр, считать, до Дунхая, наверное, такой, скажем, культурный, да? Вот здесь идут, все уже прогуливаются, и прямо вот с этого парка сейчас остановлюсь, можно будет выйти прямо на пляж. Мы, кстати, по правой стороне у нас, вот здесь сразу у нас находится пляж. Пляж здесь общественный, но мы еще увидим все с вами. Он муниципальный, поэтому может отдыхать кто угодно, когда угодно и откуда угодно приехавший турист. Дроны, друзья, к сожалению, во многих местах не запустить, потому что сделали бесполетную зону. Вот так вот у нас выглядит здесь парк. Мы про него скоро прогуляемся, выйдем на берег. Вот в этой части у нас отель «Да Дунхай», 5 звезд. Очень похож отель на «Харман» по своему, скажем, формату. То есть много номеров есть виды. Вот в этой части, которая сюда смотрит на парк и частично на море будет смотреть, и есть полные панорамные виды на море. Вот. Отель имеет бассейн на третьем этаже, но не «Инфинити» обычный. Номера классные, уютные, и вот близость к центру. Здесь дальше магазинчики, инфраструктура. Вот мы с вами двигались оттуда. Вот он, Дунхай. Он очень небольшой, друзья. Его пешком можно обойти вообще легко. И мне кажется, если пешком вот так туда-обратно идти, это даже меньше часа займет. Вот. Прямо у нас, друзья, военная часть. Снимать ее не рекомендую настоятельно, да, потому что могут военные к вам подойти. Вот. И мы с вами двигаемся прямо до ананаса и потихонечку начинаем изучать дальше вот здесь инфраструктуру. Пока стоим, замечу, что дороги, как видите, все ровненькие, чистенькие, потому что у многих ощущений иногда бывает, что Хайнань — это какая-то грязная история, да. На самом деле все очень чисто. По некой легенде называется второе место по чистоте, по экологии в мире. Ну, может быть, оно не второе, но максимально стремятся к этому, потому что, как видите, все мотоциклы электрические, никакого загазованности нету. Воздух прекрасный, ты вот едешь по дороге и чувствуешь именно запах, как сказать, моря, деревьев, да, то есть вот какие-то запахи на улице из кафе идут, но нету никакого запаха гари, вони, бензина и так далее. Вот стоят все автомобили тоже. Кстати, особо отмечу в этом сезоне, такси, раньше были всякие Volkswagen и Hyundai, сейчас чисто китайский автопром и все электрические, прям море. Это прям сильно в глаза мне бросилось. Вот в этой части у нас находится торговый центр «Ананас». Я предлагаю, наверное, в него забежать. Краткая информация по торговому центру «Ананас». Это полноценный торговый центр с магазином, с большим фудкортом, с большим, соответственно, гипермаркетом продуктов. То есть вы можете сюда приходить за каким-то шопингом, за продуктами, ну и всем, что угодно, да. Понятно, что помимо этого всего здесь есть и кафе и так далее. В общем-то, я вам так скажу, друзья, вот мы оттуда с вами выехали, проехали не так долго. Вот эта военная часть, можно сказать, вот до Дунхая на этом закончен, да. Дальше еще идут там районы, там в основном живут уже, скажем, те, кто работает в туризме, ну или просто, говорится, местные. Здесь это все в основном туристическая инфраструктура, магазины, рестораны, отели, апартаменты и все в этом духе. Вот у нас с вами данный отель, как вы видите, уже кто заметил, вывеска «Харман». Там дальше мы сейчас пройдем, это будет отель «Харман», 5 звезд, который я очень рекламировал. И на самом деле я не думаю, что что-то изменилось. Вот меня, кстати, друзья спрашивают, на что изменилось? Вот я здесь не был 3 года. Я вот хожу, а такое ощущение, что ничего не изменилось. Единственное, как и говорил, обратил внимание, что поменяли таксопарк и построились некоторые здания в санья. Так в целом все ровно, друзья, то же самое.
Так что вот так, давайте пробежимся по магазину, забежим в Ананас, я вам кратенько покажу любимые магазины наших туристов, кто сюда приезжает. И, конечно же, забежим в продуктовый магазин, чтобы вам показать цены. И, по-моему, там лапшичку продавали, хочу взять, а то еще не обедал. Так, здесь у нас с вами, друзья, находится Макдональдс. Это вот любимейший магазин наших туристов, особенно когда они возвращаются домой и начинают что-то здесь покупать. Здесь всегда очень много народа, особенно вечерами. Магазин Миннесо. Здесь все и всякие штучки, игрушки, всякая косметика, крема. Ну, в общем, такой магазин, как говорится, многие его знают. Такой а-ля 1000 мелочей. Можно для себя что-то выбрать, прикупить. Как говорится, от сланцев до стаканчиков. Опять же, к вопросу изменений, все то же самое. Ну да, ассортимент поменялся. Магазин на месте как стоял, так и стоит. Потому что многие писали, все там не работает ничего. Там все закрыто. Все, друзья, открыто, все работало и работает. Сюда же приезжают китайцы, помимо нас. Поэтому, ну, никаких сложностей с этим нет. Вот, Наоми, это типа Миннесо тоже такой же магазинчик с такими же товарами. Магазин Ватсон, в основном сюда заходят девушки, женщины. Это магазин, конечно, косметики. Так, мы с вами двигаем дальше, наверх. Но здесь классический, на втором этаже одежда, разные товары. В общем, кому нужен такой шопинг, можно посмотреть. Мы, напоминаю, с вами сейчас пройдемся, погуляем по большому супермаркету и пройдемся по фудкорту. Здесь у нас фудкорт. Вот так называемый самовар. Да, здесь все готовят. Все у вас здесь есть. Здесь, по-моему, что-то добавилось новое, но в том числе есть старое. Также есть кинотеатр. Ну, как бы на китайском, наверное, нет смысла сюда идти. Так, вот здесь у нас обезьянка. Что-то мы здесь ели. Да. Китайская еда такая. Здесь, в принципе, можно все по меню посмотреть. Где-то, вот видите, представлены сразу картинки. Все написано. Правда, на китайском. И немножко на английском. Ну, в общем, цены, видите, 68 юаней, 28 юаней. Вот оно меню. Вот. Кстати, мы на улицу с вами тоже пройдем. Не означает, что мы можем есть только в торговых центрах. Нет, мы на улице с вами тоже будем, когда будем находиться ближе к отелям. Так, вот здесь у нас такой японский ресторанчик. И здесь у нас вот так вот меню катается. Вы можете любое брать. И в зависимости от тарелочки у них разные цены. Соответственно, какую тарелочку взяли, потом по итогу вам делают счет, считают. И все. То есть кипяточек, вы сидите, кушаете. Вот многим тоже эта кафешечка нравится. Ну, конечно, в основном здесь азиатская еда. И там русской столовой, конечно, здесь нет. Такой ресторанчик, вот как самовар их называют, да, здесь вот так вот сразу все приносит разную еду. Здесь кипит водичка, вы все варите, вытяжка, и сразу готовите и едите. Ну вот, это, говорится, уже, наверное, для продвинутых, да, кто хочет попробовать именно как местные едят, то есть немножко подготовился, изучил, потому что если вы первый раз сюда зашли, вам многое будет непонятно, и маловероятно, кто что-то что объяснит, потому что они, ну, для них это норма, так есть, такой формат, а для нас это как бы новинка, какая-то даже такая новшество, которое никогда не пробовали. Поэтому, кто пробовал, пожалуйста, то нет, можно что-то другое, или потом уже понять, как это работает, и тогда можно в такие кафе приходить. Вот смотрите, да, сейчас, кстати, поясню одну интересную штуку про наших российских туристов. Наверное, не будут им паньяки искать. Мне кажется, это было в таких вот коридорчиках, не вижу. Поясню одну интересную штуку про наших всех туристов. А, это прям проблемка и в то же время как бы забавность, да. Приходят, смотрят на меню, не видят ничего знакомого, находят и, о, пельмени, берут пельмени. В основном это всегда так работает. Но на самом деле, если вы присмотритесь, да, или будете использовать телефон, сейчас как бы у нас, как говорится, 21 век, то можно хотя бы переводчиком примерно перевести и понять, что это за меню, если там нет как бы английского либо русского написания. Вот, потому что много вкусных блюд, и мясо есть, и не все это даже не то, что не все, это практически ничего острого там нет, поэтому за это можно не переживать. То есть можете разные блюда брать, потому что они замиксованы, для нас, скажем, наверное, необычно. То есть мелко порезанная курица, там, например, с фасолью, да, там бывает, или чесночок такой стручковый, там, например, или там сало, но он такое поджаренное, да, то есть такие есть блюда, ну, то есть на наш вид, да. Может, баклажаны, еще далее. Вообще, обычно в таких кафе китайских лучше взять несколько разных блюд и вместе сидеть и кушать их, ну, совместно, то есть. Как вы знаете, в Греции бывает, набрали всего много тарелочек и каждый что-то для себя взял и попробовал. Вот это самый оптимальный вариант, а не заказывать порцию этого и сидеть как бы
потом думать, нравится или не нравится. А так вам очень понравится, вы попробуйте одно другое, если даже какое-то там одно из пяти блюд вам не зайдет, ну и как бы ничего страшного. Что касается одежды, сразу пробежимся. Здесь не брендовая какая-то там именитых брендов, да, какие-то свои местные бренды. Я вас привел в супермаркет. Скажем, на мой взгляд, для туристов это центр ананаса, центральный магазин, где можно реально что-то повыбирать и присмотреть для себя. Здесь нужно будет сдать сумочку, если она у вас, или запаковать. Вот как меня, видите, остановили. Сейчас придется рюкзачок запаковать. Оп, один момент. Передаю. Точнее, не запаковывают, а такие штучки вот наклеивают. Многоразовые, как вот, знаете, на одежду крепят. Так, что у нас тут есть, друзья? У нас тут есть все. Как в обычном нашем там образно Ашане. Есть и все для дома, и есть также продукты. Я сейчас постараюсь вам показать некоторые моменты, которые надо обратить внимание, потому что, скорее всего, вам не понадобится. Вам, скорее всего, понадобится что-то типа шампуни. И здесь, конечно, это все есть. И местного производства, и каких-то именитых брендов. Конечно же, вам понадобятся памперсы. Конечно, это вопрос будет. Они здесь есть, и не надо с собой их тонну везти. Это все есть. Детское питание, вода, это все тоже также здесь представлено. Я просто сейчас не знаю, где находится, но это все в этой стороне. А также вы можете попробовать различные новые для себя необычные продукты. И этого, поверьте, здесь достаточно много. Но опять же, не забывайте смотреть на упаковки, да, потому что иногда вам кажется, что это что-то новое, а это достаточно привычное. Пиво, снековая продукция. Есть такой прям глобальный обзор, можно долго делать же по магазину, да, но я хочу вот на обратить внимание, вот то, что для детей здесь все есть. Здесь также можно прикупить какие-то сувениры для дома, в плане там, может быть, какого-то сладкого, еще чего-то, да, это вот обычно бывает. Кто-то вот набирает каких-то таких вкусняшек, знаете, вот таких штук непонятных, и здесь вперемешку сладкое со несладким и так далее. Какой-то микс делают и в пакете везут там домой уже, говорит, своим родным, близким что-то такое вот необычное показать. Конечно же, для тех, кого интересует алкоголь, пожалуйста, вот он есть, вина. Различные, да, то есть и шампанское, вина у них разные есть, не только местного производства. Так что с этим вопросом нет, и шампанское есть, и более крепкий алкоголь, и их местный алкоголь есть. Вот, даже объем, кому надо, гигантский, это тоже так же все есть. Ну, это тоже один из топ, подарков, да, что-то такое из серии привезти там домой. Ну, лучше вот что-нибудь в таком симпатичном, да, такая вот под жгжель сделанные бутылочки. И вот такого формата можно тоже привезти как на подарок. Обычно вот такое вот берут. Так, идем с вами дальше. У нас тут, как обычно, магазины всегда, супермаркеты меняются конфигурации, да? Но здесь была еще и готовая, друзья. И да, это следующий пункт, который я хотел отметить. Потому что многие могут сюда прийти и что-то сразу готовое взять, перекусить. Это, друзья, рис. Не так, как у нас рис и один рис. У них видов очень много. И они ходят, нюхают, проверяют. Мне кажется, мы вообще в рисе не разбираемся по сравнению с ними. Вот, здесь у нас всякая сушеная штука, которую вы, наверное, даже не знаете, что это такое, как, собственно, я половину не знаю, по крайней мере, даже если я прочитаю, что это такое, что с ним делать, мне непонятно. Вот, вижу что-то для себя знакомое, грибы и так далее, шиповник, вот это все есть. Вот, я говорю, что мы когда видим что-то незнакомое, мы очень сильно останавливаемся, тормозим перед этим и не знаем, что делать. И люди стараются найти что-то похожее, вот, например, так, о, колбаса, беру, а это непонятное, не беру. Но на самом деле, я вам рекомендую пробовать. Вы не стесняйтесь, берите, пробуйте. Понятно, что что-то неприготовленное брать смысла нет, где вы это будете готовить. Но какую-то готовую еду можно смело взять. Здесь смотрю, вот это соленье, вот мясо, кстати. Все это есть. Но если уж сильно захотите делать что-то приготовить, пожалуйста. И, конечно же, друзья, фрукты. Гранаты, яблоки всевозможных видов. Так, а где манго? Где-то уже манго было. Где-то здесь тоже. Так, виноград, это у нас кокосики, как в рекламе Баунти. Папайя, моя любимая. Надо бы взять папайку, обязательно. Очень полезно, рекомендую. Дыни, арбузы. Кто знает, что это такое колючее, напишите-ка. Ай-яй-яй, в комментариях. Ананасы, драконий глаз. Вот, кстати, вам цены не показывают. Цены, кстати, друзья, в магазине, обращаю внимание, за полкило. У них не за килограмм принято писать весовые товары, а за 500 грамм. То есть цена за 500 грамм идет. Так, и где у нас манго? Я же его вроде видел. Так, сейчас мы с вами его найдем. Так, здесь у нас горошек, фасоль. Ну, видите, изобилие на самом деле овощей разных. Цветная капуста. Блин, манго я точно видел. Это точно сезон. Но я вчера покупал на улице. Было, кстати, вообще очень доступная цена.
Так, или я пропустил, или у них его здесь нет, или она в отдельной кучке лежит, скорее всего. Смотрите, как красиво, да? Зеленушечка какая. Прям хочется сразу все купить и все съесть. Вот. Так, здесь у нас вот такая вот утка висит. А мы, кстати, с вами подошли в отдел готовой еды. Так, и здесь я, походу, нашел манго, друзья. Вот оно. Различная манго. Вот оно такое. Это тайское, а вот китайское. Как в Египте, кто знает, да? Вот цена за полкило. 5 юаней, 500 грамм. Видите, да? Рекомендую выбирать мягкие, чтобы здесь сразу поесть твердые, если только вы собираетесь с собой их везти. Здесь вот решать вам. Вот. Так, арбузы и всего-всего. Так что с овощами вопросов нет. Теперь мы пришли с вами в тот отдел, где можно купить что-то опять же домой. Кокосовое молоко, например. Здесь даже кофе есть с кокосовым молоком, если ошибаюсь. Вот оно, вот такая банка. Очень классная штука. Сразу замиксованное кофе, оно не такое крепкое. И прям класс, потому что... Классный тоже сувенир будет домой привезти, такие вот вещи. Ну, видите, опять пакетированные манго сушеные, еще кофе всякие разные, кокосовое молоко. Все это прям смело можете брать. Здесь даже вот, по-моему, где-то написано Hainan Gift даже есть на каких-то баночках. Я где-то видел. Ну, в общем, вот это все тоже смело домой, на подарочек, о чем мы хотели поговорить. Чай, любой чай. Но здесь, опять же, даю рекомендации. Кто не знает, какой взять чай, у меня, как говорится, есть, как в той песне, выбор по чаю. Возьмите тигуанин, это зеленый чай. А, соответственно, дахунпао, это уже более такой, как бы, более высокого уровня чай. И, конечно же, пуэры. Кто любит пуэры, тоже смело покупайте, классные. Но единственное, там его надо пробовать, смотреть, какой состав, потому что бывает вообще какие-то там дрова нарубили, да, он только землей пахнет, а по факту не очень. А бывает пьешь, особенно вот мне с молоком нравится, вообще класс. Здесь у нас есть какая-то одежда, маечки, толстовки, так что как и в любом другом супермаркете. Так что, кто будет здесь, забегайте. Это все туристы знают это место. И, в принципе, вы теперь тоже посмотрели. И давайте двигаться дальше. Нас еще впереди ждет куча полезной, интересной информации. У нас с вами отели, набережная, кафе, еще еда. Мы здесь не будем там брать еду, потому что мы лучше возьмем с вами на улицу. Затем вам все смогу показать. И для тех, кто будет проживать, друзья, в отеле Харман, есть приятная новость. Он находится совсем рядом, вы вышли и оказались прямо сразу в торговом центре. Поэтому данный отель я очень люблю. И на мой взгляд, вот меня спросили, изменился он или нет. Все то же самое, друзья. Отель Харман, 5 звезд, который находится в бухте Дадунхай. Находится, скажем, левее всего, если смотреть на море. Но огромный его плюс, это его местоположение. И все-таки он качественный, хороший, действительно классный отель. И я вот сейчас на входе смотрю, что абсолютно все то же самое. Все то же самое, даже все тот же самый дизайн, поэтому классная атмосфера, все уютненько. И напомню, что здесь Infinity бассейн с панорамным видом на всю бухту. Так что действительно рекомендовать можно, ничего здесь не испортилось. Смело приезжайте. И, кстати, по цене он выходит очень выгодно в сравнении с другими отелями. И вот я сейчас проживаю в Южном Китае, и, на мой взгляд, по той же самой цене лучше проживать все-таки в Хармане. Я все понимаю, что он чуть ближе от Хармана, да немножечко до моря прогуляться. Ну, там ездит шаттл, если надо. Ну, здесь просто надо обойти. Там вышел близко к морю, но, мне кажется, не самый главный плюс того отеля. А здесь действительно все очень классно. Наконец-то с вами вышли, а то как в балладе об Одиссее можно зайти туда и пропасть на очень много времени в этих торговых центрах. А у нас еще впереди очень много всего. Так, мы с вами, напоминаю, что были в Ананасе, там у нас Харман. Здесь, кстати, отель Хитон. Хитон отель, он... нормальное местоположение, но сказать, что что-то в нем супер крутого, я бы, наверное, не сказал, ну и что-то ужасного тоже не скажу. Так, ну а мы, как я с вами говорил, сейчас разворачиваемся и двигаем в обратную сторону и будем идти вдоль моря для того, чтобы посмотреть отели, инфраструктуру, что там еще у нас есть. По правой стороне отелей не так уж и много, вот по этой стороне здесь есть недорогая трешечка, но сейчас ее в продаже практически и нету. Линда была на ремонте. И вот мы по левой стороне, у нас как раз отель Дадунхай. Сейчас будет вот этот большой парк. Мы сейчас туда пойдем с вами. И пойдем там пешочком прогуляемся. Там есть зелененькие такие места классные. Там у нас отель Pearl River Garden будет по дороге. Так, все узенько здесь. Автобусы, кстати, все электрические. На них можно вам тоже передвигаться, можете по ним
спокойно съездить, сесть и доехать до любой точки, в том числе в Санья. Пока мы с вами, друзья, изучаем только до Дунхай. Здесь все объедем, проедем. Вот мы свернулись с главной дороги, вот он отель Дунхай. Классный, как и Харман. Он новый, свежий, ну относительно новый. Его построили до пандемии, буквально за годик он запустился, поэтому точно свежий. Пандемия, можно сказать, не работал. И вот по той части у нас с вами сейчас стоит вот с названием большим, сейчас автобус отъедет, отель Южный Китай, в котором как раз я остановился специально, чтобы, говорится, проверить его, потому что он тоже после ремонта. А, друзья, Южный Китай, у меня отдельный обзор на канале будет, так что я все снял. Так что давайте двигаем с вами на пляж Дунхая. Это самое популярное место, куда, конечно, приезжают наши туристы и купаются здесь. Так что идем туда. Песчаная полоса, достаточно широкая, как вы заметили. И отмечу особо, что здесь, вообще на Хайнане, в принципе, не только в бухте Дунхай, пляжи общественные. Поэтому здесь нет такого, что своя территория отеля, свои шезлонги, никто не ходи. Вот здесь по всей длине может сходить кто угодно и когда угодно. Все, как говорится, это однозначно. Теперь по песочку. Сейчас мы с вами поближе к морю подойдем. Вот такое у нас море здесь. Здесь есть огороженные поплавками места, где надо купаться, а где купаться нельзя. Сразу поясню, китайцы плавать по своей, как говорится, натуре и по... Не знаю, почему они не умеют. Нет у них такого, не заведено, чтобы их учили плавать. И поэтому с ними частенько происходят всякие непонятные штуки. Если вы заметите, они все в кругах плавают, даже взрослые. Они все приезжают с этими надувными штуками, и все это для них. Песочек у нас, друзья, как уже любит показывать, мелкий, классный, комфортный. Море, давай море, иди сюда. Теплющее, притеплющее. Отличное море, купаться вообще кайф. Бывает здесь еще меньше волн, хотя это я не считаю, что это большая волна. Бывает еще гораздо меньше волн. Сегодня у нас немножко облачно, но дождя вроде как не предвидится. Сильно не обращайте внимания. Теперь еще разок пробежимся по отелям. Я это всегда подчеркиваю. Вот это у нас отель Харман. Вот здесь, где такая корона стоит, вот эта корона, это у него бассейн Infinity там находится. Вот он, Харман. И поэтому у него классный вид открывается. Вот это Южный Китай за пальмами. У него, то есть, только своя небольшая территория, и вот единственный выход к бассейну сразу, точнее, к территории, пляжу. Вот здесь это да. Вот отель Дунхай. Тоже достаточно все близко, как вы поняли. Тоже классный панорамный вид с него открывается. Вот это у нас парк. Сейчас мы пойдем все по нему. Здесь просто парк, площадка, здесь вечером гуляют. И здесь зеленая часть его, где можно тоже скрыться от солнца. Хотя вот на самом деле на Хайнане, хоть это и считается Азия, здесь достаточно комфортная погода. Вот иду просто кайф. И тепло, и немножко такая влажность. Очень комфортно. Утром просыпаешь, вообще красота. Поэтому такой климат могут перенести все, даже люди в возрасте. Потому что, например, в Дубае летом, ну, люди в возрасте, наверное, тяжело будут переносить, а вот Хайнань в этом плане по климату очень удачный, очень. Ну, он и считается курортом. Комфортным для отдыха, и само нахождение здесь уже, к сожалению, лечение. Вот. Так что вот так у нас вот здесь все проходит. Китайцы, видите, все стоят, они в основном всегда так. Это как бы их обычная тема. Прийти с зонтиком и стоять в море. Кто-то купается. Ну, вот русскоязычных у нас не очень много, потому что еще, как вы поняли, рейсов они не понаставили прямых, и многие не готовы так длинно добираться. С Казахстана рейсы поставлены, и уже как бы немножечко появляются из Казахстана туристы. Я вот в отеле видел, но это прям очень мало, пока очень мало. Это вот когда будут каждый день там всюду летать, тогда да. Давайте кратенько, пока мы здесь, я пробегусь по отелям. Мы сейчас мимо них пройдем, но чтобы было максимально наглядно. Вот это у нас, вот смотрите, вот это у нас, скажем, считает начало Дунхая с той стороны, где военная база. Вон с той стороны мы с вами заехали. Это у нас парк посредине. И теперь по отелям. Вот это у нас торчит Pearl River Garden. Я забронировал, кстати, сюда на сутки номер. Хочу пожить, посмотреть, как там что изменилось. Он относится больше под управлением государства. И номера там бывают, но не всегда. Поэтому кто сильно, может, хочет, но не всегда, кажется, получит. Не всегда бывают номера. Опять же, цена отеля дороже, чем Дунхай и чем Харман. Для примера, вот в данный момент, соответственно, в октябре месяце, Южный Китай я забронировал за 12 тысяч 2 ночи, Pearl River Garden 10 с лишним тысяч за одну ночь. Харман 6 тысяч одна ночь, Дунхай в районе 6 тысяч одна ночь. Вот теперь, как говорится, делайте выводы, какое где что лучше. Если мы говорим
о том, что вы все равно будете здесь ходить гулять, то надо выбирать, как бы, наверное, красивый вид, удобное местоположение и так далее. Ни от чего не отговариваю, просто высказываю свое мнение. У меня оно такое есть, и, собственно, такое осталось. Итак, Pearl River Garden, вот он. Следующий у нас идет отель In Time. А вот эта высотка торчит, вот эта вот высотка, это Барри Бутик Отель. Вот сюда, кстати, очень много русскоязычных приезжает, любят они его. Он, кстати, очень тоже достаточно бюджетный. А пятерка, ну, наверное, больше четверка. Вот, тоже хорошие есть варианты с видами на море. Там у нас будет внутри Бахонг Отель, Гавайи мы там были. Вот там виднеется, вот-вот, прямо, сейчас вам увеличу. Вот, это Юхуань со сложным названием. Двигаемся дальше. Вот это самая крайняя часть, вот это. Это у нас отель Мариот. Рядышком с ним Автограф Коллекшн стоит. Отель высокий. И чего я скажу по той части. Здесь еще отель есть Ли Кинг на первой линии. Но вот мы сейчас с вами там дальше пройдем, вы поймете, что там дальше не купальная история. Вот здесь везде белоснежный песочек, а там вот у Мариота вообще нет пляжа, там камни. Поэтому Мариот может быть и хорошо, классно, о, я в Мариоте, но на пляж вас будет возить шаттл к отелю Ли Кинг вон в ту часть. Ну, мы сейчас с вами так по пляжу пройдемся и вглубь зайдем. Я вам там покажу отель Бахонг, Барри Бутик рядышком пройдемся, соответственно, In Time и там еще будет еще один отельчик. Вот, так что смотрим нашу такую большую программу, большой выпуск. Друзья, не забывайте, что можно всегда все скомпоновать. Вот особенно хотел сейчас порекомендовать, пока у нас еще не установлены турпакеты на прямых рейсах. Знаете, как можно сделать? Можно, если мы все равно покупаем отдельно перелеты, отдельно отели, можно сделать 2 отеля, а то и 3. Смотря, как вы хотите, и это будет тоже прикольно. Например, мы можем неделю пожить на Дунхае, неделю пожить в Йеллумбэе. Кстати, Йеллумбэе у нас еще будет на канале, друзья. Так что мы там также прогуляемся, пройдемся. Я постараюсь все по максимуму объяснить, рассказать. Что не рассказал, комментарии, либо пишите на WhatsApp, я отвечу. Если надо, на эту тему отдельно снимем выпуск. Какие-то советы сразу, да, друзья, какие-то советы я даю в телеграм-канале, у меня там подкаст, рассказываю, делюсь полезной информацией, там вот, кажется, вся инфа в моменте, она там. Поэтому подпишитесь, QR-кодик у вас на экране. Двигаем дальше. Пляж у нас все так же прекрасный до Дунхая. Это к вопросу, что не изменилось. Как обычно, что мне не нравится, если вы захотите на таком водном мотоцикле покататься, вы будете кататься с китайцем. Здесь не дают кататься самостоятельно. Это, конечно, мне вообще не нравится. Но деваться некуда. Вот такая вот ситуация. Если кто помнит, что вот в этой части у нас была торговая зона, были кафешки, рестораны. Сейчас, видите, она ограждена, и там идет реконструкция. Там идет ремонт. Скоро это завершится. Но я так, видя по работам, я думаю, это еще на пару месяцев. До Нового года китайского точно сделают. Вот. Но променад здесь есть. Поэтому где-то там писал, там ремонт до Дунхая. Ну, вы видите, какой ремонт. Все работает, все купается. Вот, да, есть ремонтные работы по благоустройству. Это нормальное дело, когда что-то улучшают. Никому не мешает, все аккуратно отгорожено. Это как раз напротив Pearl River Garden. Отели находятся. Я сегодня проходился. Ну, какой-то шум есть, ну, никаких там долбежки такого нет, чтобы сильно мешало. Вот. Так, поднимаемся потихонечку. У нас с вами здесь все еще находится Pearl River Garden. И мы сейчас вот так пройдемся уже не по пляжу, а по тротуару. И посмотрим еще отели. Так, я пока отряхаю ботинки, не буду терять времени. Здесь у нас получается вот такой променад. Он как был, так и остался. Вот в этой части, сейчас я покажу вам, его исправляют. Вот в этой части также кафе остались. Так что можно смело приходить и гулять. Здесь, в принципе, уже все сделано. Остались какие-то последние буквально штрихи. Вот смотрите по поводу ремонта. Видите, здесь, в принципе, все уже заложено. Вот, заметьте, здесь парк, я через него не прошел. Зеленый-зеленый парк, там прям тень-тень от деревьев. Это вот, опять же, с точки зрения курортности, очень круто, что вот почему до Дунхая еще любят. Потому что до Дунхая вы когда приезжаете, у вас с одной стороны, как вы заметили, городская среда. С другой стороны у вас первая линия, прекрасный пляж. И в то же время есть зелени много-много. И вы можете в этой тени деревьев укрываться от солнца. Ну и вообще, как раз вот я как-то выпуски снимал вот с Египта. Недавний выпуск привозил из Турции. Есть территория зеленая, которая не функциональная, а красивая, классная. Но не спрятаться, не посидеть, не погулять. Здесь она функциональна, потому что есть парк. Ты зашел и прогуливаешься. Если ты смотришь с территории отеля, у тебя красивая картинка. То есть, на мой взгляд, это максимальная функциональность
зелени, а не так, чтобы она где-то в сторонке стоит, ты ее только смотришь и никак ее не используешь. Вот здесь у нас с вами Pearl River Garden Hotel. Это жемчужная река в переводе. Как говорил, он принадлежит государству. Как вы видите, вот там у нас Дудунхай отель. Вот это большой зеленый парк. Я не знаю, хотите пройдемся по нему? Вот давайте пройдемся. Не вопрос, я сейчас забегу, я покажу, как там. А то на словах, как говорится, будет непонятно. Ну а вы смотрите на выпуск до конца. С вас лайк и потом за туром. Жду вас. Двигаю в парк. Вот он парк, мы в него заходим, он очень зеленый, это прям, скажем, такой лес посреди города. Позади нас все так же Pearl River Garden. Кстати, здесь еще у нас еще один торговый центр, но мы сейчас туда пойдем, вы увидите. Называется Summer Mall, то есть лето, да, в переводе. Вот такие у нас дорожечки здесь. Все красиво, друзья, вот на это, конечно, надо отдать должное. Все очень красиво, все практично. Можно и погулять, и походить. Вот мы спускаемся в этот парк. Видите, птички поют посреди города. Ну, немножко здесь что-то шумит, постройки. Но это та реконструкция, которую мы с вами видели. На самом деле осталось совсем чуть-чуть, как вы видите. Не так уж и много. Я думаю, это на месяц максимум работы, друзья. Но тут уже, смотрите, это уже заканчивают. Уже подметают практически все. Вот такой вот у нас с вами прям лес посреди города. Такие вот красивые растения здесь стоят. Пальмочки. Здесь вот прям тень. Можно ходить, гулять. Здесь вот есть спортивные зоны, кто хочет, может позаниматься. Вечером здесь часто собираются китайские компании, включают музыку и начинается, знаете, тю-лю-лю-лю. Все эти штуки с точки зрения гимнастик, танцев и так далее. Ну что, молодцы, хоть так стресс выгоняют. И чувствуют себя при этом прекрасно. Вы, кстати, тоже можете к ним присоединиться, когда такое увидите. Они не против. Вот такой парк, там кафешечки тоже стоят. Так что, если вам захотелось прогуляться, вот. И еще что классно, вы можете с моря идти, когда вам уже жарко, устали, зайти, а здесь такая прохлада. Как в лесу, знаете, комфортно. Вот. Так что, прогулялись по парку. И теперь двигаем дальше. Я говорю, еще раз, Дудунхай, он не такой уж и большой, но очень компактный, и в нем все есть. И еще раз подчеркну, поэтому сюда в первую очередь приезжают туристы. И я считаю, что если вы вообще приехали на Хайнань впервые, Дудунхай, наверное, это номер один. По крайней мере, вы хоть как-то поймете, что это такое, а дальше можно разъезжаться. И я постараюсь вам в этой поездке показать не только Йомубэй, но еще одно местечко. Я считаю, оно будет развиваться, по крайней мере, я точно его хочу развивать, потому что там очень много есть как раз больших, огромных, качественных отелей. Ну, об этом все дальше, так что давайте сначала сделаем одно, потом будем двигаться дальше. Вот так у нас с вами торговый центр, но я думаю, мы, наверное, пойдем по той части, чтобы захватить отели, а потом вернемся туда немножко вглубь. Здесь, конечно, большая торговая зона, я вам обещал показать еще еду, и мы как раз ее там и посмотрим. Так, идем с вами в сторону Интайма. Здесь тоже немного строительных работ, но это облагораживают торговую зону. Я бы сказал, что он какой-то мешает. По этой части, пожалуйста, кафе все работают. Все открыто, все убирает. Поэтому глобально я не вижу в этом никакой проблематики. А то я там видел кто-то, внимание, там Дудунхай. Ну, строят, уже не актуально будет. Через месяц это сейчас показывают, и все уже закончится. Так что вспоминать нет смысла. Вот такие вот женщины торгуют на улице, манго, мангостин. Ну, напоминаю, что за полкило очень часто наши туристы на этом попадаются, когда называют цену, они говорят, классно, все беру. Потом, говорит, столько, есть непонимание, на самом деле просто цена была за полкило. Об этом обязательно напоминаю. Кафешки. И потихонечку сейчас, а здесь вообще полностью, смотрю, переделывают эту всю штуку полностью. Ну, здесь, да, работенки на месяце два точно, вот в этой части. Это мы все с вами еще идем. Видите, Евразия, узбекская кухня. Здесь готовят, здесь кокосики. Кстати, от кокосика бы я, наверное, не отказался бы. Вот такие кокосики, вам их подрубили, трубочку поставили, и все.
Вот так берем и пьем. А, жажду отлично утоляет. Кстати, если вы даже с детьми идете, можно детям смело кокос давать, а не там за водой куда-то бежать. Вполне нормальное дело. Помочь? 10. Наполняемся влагой. Всегда рекомендую, когда вы ходите, гуляете где-то в жаркой стране, пить побольше воды. Вот китайцы в этом плане молодцы. А они все с бутылочками наперевес ходят, у них всегда вода с собой. Потому что они знают, что водный баланс надо поддерживать. Мы с вами почти подошли к отелю In Time. Но у нас перед ним есть вот этот отельчик. Называется Liu Xiviu Hotel. Он еще по-другому название имеет. Сейчас забыл, у меня, кстати, обзор. Я сделал, но не выложил. Как раз перед пандемией я его полностью снял. Он на первой линии стоит. Многие такие, вау, классно, он дешевый на первой линии. Да, рядом с Интаймом. Да, ну, как бы достаточно простенький. А вот, кстати, и Гавайи. Если кто помнит, мы с вами заезжали за Дунхай. И как раз вот это самое начало. И вот сейчас... Ай, вот. И как раз вот он у нас такой отель. Такие три корпуса в форме, не знаю, кораблей, как правильно сказать. Это отель In Time. Друзья, хочу сделать такую ремарочку по поводу шезлонгов. Как вы видите, это видео у меня до пандемии и огромное количество шезлонгов. На сегодняшний момент пока шезлонгов практически нет. Там есть немножко пару зонтиков. Надеюсь, что эта ситуация в скором времени поправится. Но в любом случае шезлонги были либо от отелей, либо они были платными. Так что пока вот такая вот картина. На территорию нас, конечно, не пустят, если мы с вами не приобретали туда номера. Поэтому обойдем вокруг. Но, вы как понимаете, он находится на первой линии. У него самая большая зеленая территория, кстати. И многие отели выбирают. Вообще, я вас не задоболтал, друзья. Просто информации много, хочется поделиться. Вообще, кстати, кто, как говорится, раньше Хайнань, в принципе, продавал и знает его. Смысл заключается в том, что раньше люди предлагали, грубо, три отеля. Это Южный Китай, он на первой линии подешевле. In Time на первой линии чуть-чуть подороже. И Linda Sea View на второй линии еще дешевле. В общем, весь алгоритм был таков. Когда я приехал заниматься Хайнанем, я тоже самое все слышал. Но я сюда добавил, естественно, Harman. Отличный вариант, как вы поняли. Да, Дунхай отель. Юхуюань, мы до него дойдем. Это классная четверка в зеленой территории. Потому что зеленые территории, как вы поняли, не везде здесь есть, но есть. Надо это, как говорится, дело повыбирать. Ну а вот у нас с вами отель In Time. У них три больших вот таких корпуса. Бассейны, ну и, как обычно, первая линия. Ну вы поняли, да, первая линия не свой собственный личный пляж, а пляж, на котором могут выйти все, ну и в том числе вы, просто вам до него будет гораздо ближе идти. Я вот так вот обошел все оттуда. Здесь вот тоже мы сейчас возле In Time, видите. Здесь тоже есть все кафе, шашлык, пельмени, морепродукты, видите, написано. Даже по-русски. А это означает, что вас ждут. В том числе. Так, сейчас мы пришли вот в эту часть. И у нас здесь будет отель Бахонг. Я сейчас пойду по нему что-нибудь расскажу. Друзья, дождик покапал. Я только сказал, дождя нету. Дождик заморосил маленький. Ну ладно, я думаю, нам это ничего не испортит. Подождем или сейчас он пройдет и пойдем дальше смотреть. Я вот здесь, где прошел от пляжа, попал вот в такую торговую тоже зону. Как видите, все инфраструктурно, что любят наши туристы. Много магазинов и все чего. Кстати, сегодня... Смотрите, одних туристов, они живут в Санья, в Опонсе. И они говорят, скучно. Я говорю, а вы где были? Да нигде, говорит, толка не было, четвертый день. Ну вот, опять же, до Дунхая в этом плане будет поинтересней, потому что здесь много чего есть, куда выйти и чем себе занять. Ну, опять же, каждый занимает себя по-своему. Кто-то себя занимает походами по магазинам, да, морем, а кто-то ездит на какие-то экскурсионные программы, там, ходит на лечение, и, в общем, получается насыщенная программа. На мой взгляд, одной поездки на Хайнань мало. Потому что, ну, если только вы там 3 недели не берете и по максимуму, как говорится, не ушатываете себя. Так, кокосик надо утилизировать. А, вот мне подсказали, лучше сюда бросайте. Видите, заботиться об экологии. Я хотел куда попало бросить, они говорят, нет, сюда. Итак, мы вот вышли на эту улицу, это, скажем, тоже такой центр, где походить, потусить, кафешечки, вот прямо отсюда начало и туда. Поехали. Многие, может быть, узнают, это Барри-бутик. Отель, мы как раз к нему подошли, я вам показывал издалека. И сейчас вот здесь мы пройдемся и выйдем к отелю Бахонг. По нему всегда есть миллион вопросов, потому что у него 3 корпуса, 3. Я сейчас постараюсь прояснить, в том числе для моих туристов, которые совсем недавно купили. Мы с ними так долго разбирались, надеюсь, вы смотрите этот выпуск. Я вам передаю привет и сейчас еще раз покажу, в чем отличие 3 Бахонгов и их название. Они немножко по-разному называются, но мы сейчас с вами это дело быстро разберем. Вот смотрите, я опять вхожу в зеленую зону. Вот здесь прям реальная крутая тень, даже какое бы солнце не было. Вот такая вот
У нас растительность здесь, видите? И красиво, и уютно, и зелено. И мы с вами почти добрались до отеля. Кто узнает, друзья? Это отель Bahong Main Building. А сейчас я к вам подойду его с другой стороны, чтобы вы его получше узнали. И расскажу о его корпусах. Итак, друзья, еще разок. Bahong отель 4 звезды, который находится в Дадунхае. Вот такое здание на картинках из интернета. Это здание сразу на первой картинке отеля стоит. Рассказываю. Это называется Bahong Main Building. Здесь находятся номера, здесь также находится основной ресторан. Но у него есть два корпуса, и как понять, что это? Поясняю. Вот это здание. Видите? 1, 2, 3, 4 небольшой этажности. Это его аннекс-корпус. Аннекс-билдинг – это тоже Bahong или Bahong 3 звезды идет. Или Bahong Building 2. Вот это он. Это здание. В чем его плюс? Оно на самом деле неплохое. Мы там жили, там номера даже чуть побольше, чем здесь. Есть балконы, чего здесь, как вы видите, нету. И в этом плане этот корпус неплохой. Почему-то многие про него говорят, что вот он хуже. Здесь единственный, на мой взгляд, минус, то, что вы здесь проснулись и сюда идете на завтрак. Это единственный его минус. Теперь нам нужно разобраться, где же третий корпус. Все, друзья, вообще очень просто. И, конечно, где у него бассейн, территория его, сейчас я все покажу. Потому что мы с этим очень долго разбирались, и есть ли там виды на море, и все остальное. Вот смотрите, если мы говорим Bahong и вид на море, смотрите, здесь здания стоят. Ну да, где-то там в серединке между зданиями можно видеть море, но я бы не сказал, что здесь есть какой-то вид на море. Итак, интрига, барабанная дробь. Санья Bahong Шанхатин отель. Видите? Это и есть здание номер 3. Это третий корпус данного отеля. Что здесь примечательного? Здесь большие номера. Он новый. И он в виде апартаментов. У него внутри нет инфраструктуры, ресторана или еще чего-то. Это, скажем, корпус, в котором вы проживаете. Огромные балконы, огромные номера. И, соответственно, здесь, сейчас вот мы туда зайдем, у него своя зеленая территория с бассейном. Поэтому еще разок, друзья, резюмируем. Мы как обычно на работу. Да, ты как работаешь. Вот это да, вот эта встреча. Стою, рассказываю, бабас Макс, интеркон подъехал. Понял. Ну я тоже там на байке, может я заскочу сегодня? Да, так, ну, бешфект. Ну, во сколько ты там? Ты сейчас что, как? В 5 открываемся, ну после 5, 6. Понял. Ну ладно, я сейчас как раз побегаю, поснимаю. Все, давай, все, заеду. Так что вот так вот, друзья, круто, что встретились. Итак, еще разок резюмируем. Что у нас получается? Получается у нас это третий корпус, это первый корпус Mail Building и второй корпус. Вот и все. Здесь путаться не надо. И, дорогие агенты, кто мои выпуски смотрит, для вас тоже подсказочка. Так что все просто. Если на картинке видите вот это здание, значит вот это здание, значит это третий. Бывает название исковеркано. Или где-то 4 звезды стоит, или где-то 5. Но, на мой взгляд, он не может быть пятерка, если это четверка, это тоже типа его второй корпус, а это пятерка не может быть. Ну, типа как будто это 5. И сейчас мы попробуем зайти на территорию. У него вот здесь, за этими кустами, как раз находится бассейн. Где как раз они все и купаются. Причем бассейн вот в этой части расположенный. Он и к этому корпусу, и к этому относится. Он у нас получается один. Так что вот так вот, друзья, по Bahongам разобрались. Давайте, я, наверное, не пойду. В принципе, мы все разобрались. Двигаем дальше. Нам еще надо все зайти. И, видимо, друзья, в этом выпуске, как вы думаете, напишите мне в комментариях, делать в этом выпуске Сяо Дунхай. Мы поедем в Интеркон туда заезжать. Beer Factory посмотрим задним или в следующем выпуске. В общем, голосуйте пока, а я двигаюсь дальше. Друзья, вот иду, опять упускаю момент с едой. Знаю, что меня очень многие спрашивают, но тем не менее, давайте забежим. Я забежал в один из ресторанчиков морских чудиков. 588 юаней, 500 грамм вот такой. Вот такие лобстеры, 297. Это все за полкило. Вот такие рыбы. Я думаю, вы поняли, что это. Вот таких чудиков здесь достаточное количество. Можете заказывать. По большому счету, в Дадунхае их много, где можно встретить. Вечером, конечно, здесь более активно. Конечно, здесь вот и столы. Можно самому что-то готовить. Вот меню. Можно заказать не только морепродукты, но и к ним различные другие штуки, ну гарниры и так далее, имел в виду. Вот так мы идем, там у нас эта вся торговая зона, я на нее хочу еще вернуться, для того, чтобы показать, что там поесть, но там к вечеру больше, как говорится, движняка, поэтому я решил сейчас дать большой такой круг, большой наш такой обзор Дадунхая, посмотреть, что изменилось. Мы с вами уже почти
вернулись с самого начала, откуда я начинал, но только с другой стороны. Позади нас отель Бахунг. Прямо нас ждет какой отель? Кто помнит? Напомню, нас ждет отель Юхуйвань или Кинг, они находятся рядышком. Юхуйвань я часто рекламировал, точнее рекомендовал, наверное, правильно сказать, с точки зрения, что это зеленый отель, который стоит выгодно, находится в тихой части Данухая, и, конечно же, там комфортно отдыхать. Но не тем, кто, как скажем, не может по горам ходить, да, то есть у кого сложности с опорно-двигательным аппаратом, он не подойдет, потому что он на гористой местности. С точки зрения видов, с точки зрения самого отеля, все прекрасно. И вот, друзья, опять же, по поводу изменения этого времени, да, спустя 3 года, я иду, ну, вот, мне наоборот кажется, что такое, почему ничего не изменилось? Обычно меняется, вот, у нас в российские города приезжаешь, базы здесь что-то построили, здесь что-то деревья срубили, этого нет, ну, кажется так. Иду, все то же самое, вот эта улочка, я по ней помню, тогда ходил, снимал выпуск про Юхуйвань. Ухожу снимать отели. Лучшая четверка во всей бухте Данухай. Самый добродушный сервис. Местоположение, номера. А с большой зеленой территорией. И все то же самое, на мой взгляд. Поэтому сейчас мы с вами здесь и пройдемся. Вот так, друзья, уже не один раз я обошел до Данухая, не только. И сейчас, как говорится, иду, ноги вспоминают, как я до этого тоже все ходил, обходил. Не только с камерой, но и так. Люблю, друзья, вот это дело, как говорится, а дело какое? Все обойти, понять, узнать. Все-таки свой опыт, это лучше любой картинки. Ничего не понятно по картинкам. Я сколько отелей не смотрел, ни в одной стране. Вот сейчас даже интересно расскажу, как ты смотрел вебинар по Эмиратам. Все, посмотри, классно так парень рассказывал. Приехал, вообще картинка не совпала. Ну, я не знаю. Ну, вот бывает, может быть, как бы рассказывал, как бы именно с той точки зрения, что надо было рассказать. Я стараюсь как-то по-живенькому рассказать так, как есть. С учетом, видите, наверное, своего опыта, как турагента, и своего опыта, как туриста. Поэтому, наверное, получается все складно. Итак, друзья, мы пришли к подножию отеля Юхуйвань. Вот он у нас. И здесь же напротив у нас отель Ликинг. Ликинг считается на первой линии, Юхуань стоит на второй линии. Здесь у него вот есть спуск, можно пройти вот здесь. Вот здесь вот прям выйти, можно там сверху зайти. Я специально пошел внизу, потому что нас еще там впереди отельчик один ждет. Я про него кое-какую штучку хочу интересную для вас рассказать, как лайфхак, когда здесь будете. Вот, поэтому пошел по низу. Вот у нас его часть. Вот этой части можно выйти. Видите, зеленая, большая территория. Ну, друзья, у меня, в общем, выпуск сохранился на канале. Я, если честно, думал, надо переснять все выпуски. Ну да, наверное, с точки зрения, как говорится, кинематографа, что у меня, возможно, улучшился, как говорится, уже, как говорится, дизайн, еще чего-то. Да, но с точки зрения, что изменилось, я больше всего боялся, что прям глобально изменилось. Да ничего не изменилось. Как он стоял, этот отель, так и стоит. Ну да, в каких-то отелях, может быть, сделали апгрейд, ремонт и так далее. Но здесь, я так понимаю, ничего и не делали. Вот у нас отель Ликинг. Соответственно, по-моему, кстати, по-другому называется. Тендинг Лэндскейп Костел Хотель. Он, кстати, переименовался. Вот, друзья, в чем дело. Ну, это Ликинг, как и был для меня, он так и останется бывший Ликинг. Вот. Он переименовался, он находится в первой линии, но у него есть вот такой нюанс, как и... Да, точно. Цинген Лэндскейп Костел Хотель. Ну, мне кажется, с таким названием он максимально ориентирован только на китайского туриста, видите? Ну, это он же Ликинг. Видите? Новую информацию узнали. Это хорошо. Там пляж не купальный почти. То есть там камни, немножко в стороне, там купаться можно. Поэтому, кто рассматривает отель Ликинг с точки зрения как отеля, который на первой линии, он недорогой, классный, не надо так рассматривать. Лучше посмотреть что-то другое, если прям так. А как отель, который находится ближе к морю, ну, наверное, да. Ну, на мне тогда можно взять этот. Опять же, по цене надо смотреть, друзья, всегда. Вот, опять же, пример и по Хайнане могу привести, вот как я приводил с Харманом. Также в Эмиратах есть, например, там есть прекрасный отель в Рассельхайме Интерконтиненталь по цене суперской. А есть, например, какой-нибудь Аджман Сарай в этом, в Аджмане, соответственно. И он дороже намного стоит, чем Интерконтиненталь. Ну, вообще смысла нет переплачивать, потому что Интеркон 100 раз круче, и за эти деньги лучше взять его. Ну, в общем, такие вот, друзья. Кстати, вывеска, смотрите, осталась старая. Написано «Отель Ликинг». Так что вот так.
Друзья, еще одна ремарочка. Здесь прямо рядом с отелем Ли Кинг строится новый отель. Название точно не знаю, но предположительно Savoy. У него будет первая линия, будет территория, ну и, соответственно, пляжа нет. А позади него Ascot запустился, работает тоже новый отель. Не сразу обратил внимание, но вот он есть. Так что он уже в продаже и можно, соответственно, в него заселяться. Так что вот так. Так, мы двигаем с вами в один интересный отель, на мой взгляд. Ну, я думаю, не только на мой взгляд, я там уже был. Ну, друзья, давайте так, до Дунхая я был во всех отелях жил. Не просто заходил, но и жил. Поэтому у меня есть полностью вся картинка. Я здесь все уже обходил не на один раз. И это вопрос не хвастовства, а вопрос того, что я вам по максимуму помогу с этим направлением. Я, конечно, в данный момент, в октябре 23 года, не сильно верю, что будет очень много туристов сюда приезжать с таким длинным путем, с пересадками. Но я думаю, в скором времени, когда поставят прямые рейсы, конечно, люди снова поедут. Вот. Но я считаю, что надо делать апгрейд. Я вам уже в этом выпуске немножко такую затравочку, как говорится, дал, да, интересную. Я считаю, что надо показать вам еще кое-что интересное. Ну, давайте скажу. Я хочу вам показать просто самые крутые топовые отели, которые здесь есть. Не только которые находятся в Дунхае или в Йеллоу-Бэе, а вообще везде. Хочу сделать вот такую вам штуку интересную. А в каком формате, потом покажу, расскажу. Пока еще, говорится, не сделал, не говори гоп, когда пока не перепрыгнешь. Ну, а мы с вами, друзья, подходим к отелю с очень интересным названием. Для кого-то может быть сложным. Называется он Шанхатья Резорт Санья. Но вообще это автограф коллекшн. Так что это высокоуровневый отель. Относится, если память не изменяет, к сети отелей Marriott. Вот, и... О, кстати, вот это я не видел. Ascot отель. Да, Дунхай Бэй. Это же отель? Я не помню, чтобы он здесь был. По-моему, это новый. Но я пока его в продаже не видел. Ascot. Запомним, запишем, да, друзья? Находится рядышком с отелем Юхуюань. Что у нас про автограф коллекшн? Ну, давай сейчас дойдем, я скажу. Мы уже с вами подошли к краю, скажем так, до Дунхая. Вот у нас виднеется GW Marriott и автограф коллекшн. Они на одной территории. Я вам сейчас покажу. Мы в Marriott не пойдем, так, чуть дальше. В принципе, я вам про него сказал, что он находится также на первой линии. Есть номера с видом на море, есть номера с видом не на море, скажем, на город. Ой, на город, на гору, потому что там города нет. И вот мы пришли, друзья, в отель Autograph Collection. Это высокий уровень отеля. И если мы сейчас говорим о Дунхае и, наверное, высоком уровне отеля, здесь их, наверное, два, ну реально. Это Autograph Collection, в котором мы находимся сейчас рядом с ним. А у него все такое в подсветочке, голубой будет ночью. И следующий отель — это Mandarin Oriental. Он ровно на другой стороне находится, который имеет большую территорию. Многие на картинках его видели, если там Хайнань написать, много как раз высвечивается Mandarin Oriental с такими видами. Но вот это, в чем плюс отеля у этого? То, что высокий уровень, он такой панорамный, у него классные виды есть, качество исполнения и так далее. Ну, как бы, это, конечно же, вам, как говорится, не Южный Китай, да? Совершенно другой уровень, совершенно другой подход, совершенно другой сервис. Вот, поэтому кому нужны вот такие вот качественные, классные, крутые варианты, это он. Вот мы видим бухту Дунхай. Смотрите, сейчас мы с вами выйдем, и я вам покажу. Опа! Вот такая вот территория. Здесь мне нравятся вот эти вот штучки. Здесь вечером лампа горит. Прям прикольно, да? Здесь сидишь, вокруг тебя водичка. Здесь вот такой бассейн. Бассейн есть еще вот здесь вот наверху. Тоже Infinity бассейн. Но видите, я вот сейчас вам говорил, наверное, сейчас туда близко не пойду, вот так вам приближу. Видите, камни торчат. То есть здесь вот прям купаться никак. Классная территория, она не такая огромная, но качественная. Открывается вид на бухту Дунхай. Вот, получается, с правой стороны, да, Харман у нас вон там, а мы вот с этой стороны, то есть. Вот здесь гора, мы уже, скажем, в завершении бухты Дунхай. Вот. Кто хочет качественный, хороший отель, приезжает сюда, в том числе с семьей, не только самостоятельно, там, вдвоем взрослые. Ну, вот для романтического путешествия все такое очень классно. Кстати, смотрите, здесь, походу, свадьба готовится. Смотрите, здесь все готовят. Видите, какие штуки классные. Можно попасть в вот такое интересное местное мероприятие. В общем, атмосферный, качественный отель с высоким уровнем. А, фишку-то самое главное не сказал, друзья. Вы сюда можете прийти на ужин. Хотите здесь оказаться, отдыхая?
пускай вы даже в любом отеле, вы сюда прийти можно просто на ужин, заплатить за ужин, за вход и поесть крутых морепродуктов, разных всяких чудиков и всего остального. Так что вообще это, в принципе, фишка любого отеля. Вы можете в любой отель заходить на ужин, и вас пустят вообще без проблем. И это как бы, это даже маркетинг такой, то есть приходите и идите. Как бы многие этого не знают, но здесь это, пожалуйста, есть. Вы, конечно, можете поужинать, посидеть здесь и тем самым насладиться данной территорией. Вот такой вот вам, друзья, совет. Ужин, я сейчас не помню, сколько стоит, но если не память не изменяет, по старым, кажется, расценкам, я сейчас могу найти, ну, что-то в районе там 3,5 тысяч рублей, где-то примерно так. Ну, я могу дойти, если это интересно, сейчас найду и вам покажу. Вот такой, друзья, у вас будет здесь ресторан. Встречает вас и ужин, барбекю ужин. Ух ты, 298 юаней. Ну, умножайте, грубо, на 1300, ну, где-то, я так сказал, где-то в районе 3,5 тысяч рублей будет стоить. С 6 до 21 вас ждут вот такие чудные ребятки на гриле. Ну и, конечно, вино, все остальное, все это здесь есть. Так что, welcome. Кстати, друзья, на тему съема денег сейчас, в данных условиях. Пока я вижу банкомат в отеле «Автограф», но это не важно, вы можете любой банкомат найти, если у вас есть карта платежной системы UnionPay. А UnionPay платежная система делает у нас и русский стандарт, и Почта Банк, Газпром, и Ростельхоз. В общем, это не реклама банка, это вопрос практичности. Вам нужна карта UnionPay. Вот у меня две. Почта Банк и русский стандарт. Соответственно, мне всегда хочется русский экспресс сказать, туроператора. Вот русский стандарт карта, она работает везде. Я вот сейчас в последних поездках был в крайних Турция, Эмираты, Египет и сейчас в Китае. Все работает безотказно. Снимаешь деньги, рассчитываешься, все как обычные карты. Не надо открывать какой-то валютный счет, это просто карта обычная, с рублевым счетом, но только платежная система китайской UnionPay. И все, смело едете, рассчитываться, не надо ничего выдумывать. Не, ну если вы хотите купить юани, ну купите бумажные заранее. Но как бы я сильного смысла в этом не вижу, либо рассчитались карты, либо здесь их сняли. И как правило, всегда, даже не как правило, а всегда, курс выгоднее при съеме денег, соответственно, в банкомате, чем вы будете менять. Потому что там есть двойная конвертация, более завышенный курс, а при съеме денег сильно выгоднее. Уже проверено и по Эмиратам, и по Египту, и по Турции, да и по Китаю тоже. Я всегда снимаю деньги с карт и делаю все, чтобы снять с карты. И никогда не закупаюсь там наличкой и не везу ее. Я вообще в этом смысла не вижу. Единственное, если у вас есть там пачка долларов дома лежит, ну тогда возьмите и меняйте их где-то в обменниках. Но опять же, сейчас будет проблематично найти прям сразу обменник здесь такой. Ну, в общем-то, можно будет. Но я бы сразу, наверное, в юане ушел, как говорится, поменялся и все. Или все-таки, говорю, сделал бы это картой. На мой взгляд, это более практично, удобно. Так что вот так. Так, друзья, немножко я подушатался уже. Так, у нас время 10 утра по Москве, а здесь уже плюс 5 часов. Ну что, друзья, в общем, это у нас край до Дунхая. И, в общем-то, мы с вами пробежались. У нас с вами осталось что? Я вам не показал толком еду. Я вам не показал фрукты и не прошлись по вот некой этой активной части, где какие-то показать, наверное, все-таки кафе. Наверное, с кафе только остались. В целом мы пробежались по отельчикам, все основные отели мы захватили, я вам все их показал. А, CityLink мы не прошли, но мы пройдем. Как бы Линду мы показали, что он на ремонте. Ну, в общем, по моей памяти мы прошли все отели. Остальное, что не отели, если здание, вы скажете, что это за здание, это апартаменты, либо квартиры, которые сдают. В основном это сдают для китайцев. Для китайского рынка многие приезжают просто в квартиры. По цене это не намного выгоднее, даже не то, что это будет крайне невыгодно, даже дороже. Почему? Потому что часто, если на долгий период нужны огромные депозиты, квартиры стоят дороже, они больше по площади, да, плюс, опять же, для российского рынка цены на отели, они гораздо ниже, чем для другого рынка. Поэтому, в общем, я скажу так, что если сюда приезжать, вот, ну, грубо, давайте опять же в ценах. Вот я смотрел Бахонг на неделю на себя, Бахонг Main Building. А цена была на одного человека за 7 дней, если не ошибаюсь, что-то в районе меньше 20 тысяч, в районе 17 тысяч рублей. Апартаменты будут стоить дороже, точно. Единственное, у меня были сомнения заселяться в Униленд, потому что я в нем был. И мне хотелось испытать отели, в которых я не жил. А не жил я здесь только в двух отелях, хоть и сказал во всех, но я и прям не жил в отелях, а был несколько раз в Pearl River Garden и Южном Китае. Но я в них не жил. И я вот решил в этот раз пожить, чтобы уже до конца, как говорится, поставить, закрыть, как говорится, этот гешталь, да, что я здесь был и жил. Так что Южный Китай уже, как говорится, все с ним понятно. И, соответственно, Pearl River Garden. Обзоры, я думаю, наверное, отдельно по ним выложу. Но пока, как бы, цель до Дунхая показать. Я пока их еще не снимал. Надеюсь, что я отдельно подсниму и положу
на канал, чтобы вы тоже могли посмотреть все нюансы по данным отелям. Вот, друзья, у нас отель Ликин, которого сейчас я говорил, мы проходили мимо него. И я хочу выйти на его пляж. Здесь все это вообще стало какое-то полное запустение. Здесь так не было. Вот смотрите, это его пляж. Порос. Здесь вот такие камни. Здесь, ну, вообще никак не купаться. Поэтому все ходят вон в ту часть, где едет экскаватор, да? Вон в ту часть и, соответственно, от автографа, от Мариотта, вот эту часть, соответственно, пляжа возят для того, чтобы могли купаться люди. Ну, а основная часть, она вон там, конечно, подальше. Это для тех, кто со мной кто-то там спорил, что вот Ликинг, у него первая линия, посмотрите, классно. Вот она первая линия, да. Классно, наверное. Наверное. Вот, поэтому все равно надо ходить в ту часть, купаться там. Ну и поэтому либо вам идти, либо не идти. Просто знаю, что многие на этот отель нацелены как со своим выходом. Но это не так, не так, друзья. Ладно, двигаем дальше в сторону кафешек. Так, ну что, друзья, надо что-то перекусить, да? Вот, вот так вот у нас выглядит все кафе с меню на китайском и цены. Но, как я говорил, многие наши смотрят и не находят что для себя. Только что находят знакомое, то едят. Ну, я, друзья, почти так же, да? Но я даже не так скажу. Я, если честно, что-то не хочу ничего долго ждать, во-первых. Во-вторых, я не хочу чего-то такого существенного, я бы чем-нибудь типа фруктов бы поел. Давайте я еще раз пробегусь, наверное, по таким местам, что здесь есть, покажу цены, куплю себе фруктиков. И мы будем, наверное, какое-то делать резюме по всей бухте Дунхай с вами. И будут следующие выпуски. Да, кстати, кто хотел посетить аптеку? Аптеки, конечно, есть. Продаются лекарства, лучше знать, что вам нужно. Можете называть наши названия, они будут подбирать похожие альтернативы. Так что все есть, и плюс какие-то свои местные лекарства, чего больше всего. И, соответственно, можете купить. Знаю, что это достаточно популярный, как говорится, шопинг у туристов, поэтому аптеки здесь есть. Всякие там акулии жиры и все такое. Есть. Я вот, знаете, что бы купил бы, капли для глаз такие есть классные, закапываешь, как будто сначала прям как бы жжет, а потом прям так классно становится. Забыл, как называется, картинку помню, как-нибудь куплю тоже. Ну а так вот мы прогулимся по таким зонам, кафешек много, они вот все в таком формате. Это как бы, скажем, такой стрит-фуд, это все достаточно бюджетно стоит. Можно такие магазины, вот 5 манго, кстати. Я бы взял бы манго. Порежете? Режете? То вот, я возьму манго, 5 юаней полкило, порежут мне его сейчас и, наверное, еще ананасик один возьму. Вот такой у меня будет, я даже не знаю, завтрак или обед. По Москве это завтрак, по местному уже почти ужин, так что чего-нибудь легкого хочется. Ну, а вечерком, наверное, пойду в Сяо Дунхай, в Beer Factory, и там что-то поужинаю. Ну, вот в этом выпуске это будет или нет, я пока еще, друзья, не решил, но надо обязательно туда ехать. Вот такое манго у меня получилось на 10 юаней. Мне его сейчас почистят, порежут, и я его просто сразу поем. Это как бы нормальная история, поэтому не надо там покупать, куда-то нести, искать ножи. Сразу заказывайте, режьте, и тут же сразу можно есть. Так что, как-то так. Так, друзья, я нашел свой любимый чай. 100 лет не пил, точнее 3 года. Так что сейчас мы все оплатим. Так, друзья, у меня готовое манго вместе с вилочкой. И, кстати, вот еще один отель. Эссау Бутик Хотель 4 звезды. Находится вот прямо в центре. Скажем, прямо у него там Интайм. Здесь мы были недавно в Бангхонг. Городской отель. По деньгам недорогой, вполне нормальный. Тоже можно размещаться. Ну, видите, прямо в городе, в центре инфраструктуры стоит. Море, в общем-то, достаточно близко. Но опять же, друзья, еще раз. Все надо смотреть от цены. Смотря какая стоимость на него, от этого смотрим и выбираем, что будет лучше в сочетании всех критериев. Так, друзья, я прям тут упаду, с вашего позволения, и маленько перекушу манго. Друзья, манго просто шикарная. Вот по меткам, говорит, манго тайская и так далее. Мне кажется, китайская, египетская манго самая огонь. Сладкая, сочная, нежная. Просто, друзья, особо рекомендую. Ну, кстати, вчера мы прилетели, и я вам так скажу. Когда вы прилетели, первым делом попробуйте что-то вкусное сразу же. Мангу видели, берите мангу. Не надо выбирать там лапшу, вот это все непонятное. Ну, если, конечно, хотите, да. Но первое впечатление, как говорится, два раза не бывает. Приехали, вот возьмите манго, вы так кайфанете, и, говорится, у вас сразу выделятся эндорфины, и все дальше будет идти
гораздо интереснее и вкуснее. И второй момент. Чем кормить детей? Кормите их фруктами. Понятно, нужно искать какие-то каши, но мы даже раньше, как говорится, когда отправляли детей на юга, в лагере, все хотели, чтобы дети поели побольше фруктов. Вот как раз тот самый случай. Так, ну что, перекусили с вами, пойдем дальше. Выкинем мусор, будем соблюдать чистоту, экологию и так далее. Смотрите, что хотел сказать по поводу еды. Это главный вопрос, кстати, мы его не подняли. Но мне часто люди задают вопрос, а сколько надо брать с собой денег, чтобы нормально поесть на человека? Ну, вот вам, друзья, ответ. Смотрите, у нас примерно получается, что, смотря что мы едим. Вот если я взял фрукты, да, если даже сейчас возьму, соединю по дороге, здесь никакого, говорится, монтажа нету, кокос и, соответственно, манго, то у нас получится, ну, это кокос даже дорого купил, ну, грубо, 20 юаней. 20 юаней на наши деньги сейчас, что мы делим, если 1300, это у нас 100 юаней, то, соответственно, 20 юаней, ну, 5 раз делим. Ну, то есть, грубо говоря, там, даже возьмем 300 рублей. Получился у меня один такой прием пищи. Если мы с вами возьмем что-то типа лапши с мясом, еще что-то, где-то в среднем там 35-40 юаней, плюс какой-то напиток, будет и в среднем 50 юаней стоит. Ну, грубо говоря, считайте, 500-600 рублей. Поэтому, ну, давайте замахнемся чуть больше. Один прием пищи в районе 1000 рублей. Ну, давайте мы не будем считать морепродукты. Я считаю, морепродукты, это, говорится, уже история из ресторана, да, или куда-то идти на ужин, такое что-то нормальное. Тогда это будет чуть дороже. Но 1000 рублей на человека в день на еду, это, в принципе, нормальный бюджет. Вот едете вдвоем, 2000 в день, то есть завтрак у вас в отеле, обед, ужин, ну, можно чуть ужин подороже. То есть до 5000 в день на двоих вообще вполне будет достаточно на еду, даже остается. Ну, а здесь дальше остальное смотрите сами. Шопинг и все остальное всегда есть на что интересненькое потратить. Ну, а мы, друзья, с вами подходим отель Гавайи. Жил здесь даже два раза. Номера мне нравятся. Классные, ну, прям такой бизнес-отель. Завтраки вообще никудышные, честно скажу. Они только китайские, очень скудные. Хотя отель как 4 звезды, но завтраки даже хуже, чем в троечке. Вот. Так что завтраки так себе. Ну и еще, не равняйте Китай с той же Турцией, да, здесь такого изобилия, даже на завтраке, на супер шведском столе такого огромного нет. Ну есть, да, в сетевых отелях, но в целом все есть, все, что нужно, вот так вот скажу. Здесь как бы прицел не на это, как бы китайцы очень много везде едят, в разных местах, в разных кафешках. И этого очень много, изобилие разного ассортимента еды. И в отеле, в принципе, особо ничем не удивить. И к тому же, объясню то, что я, кстати, вообще не сказал про отели. All-inclusive в отелях здесь нет. Здесь отели завтраки, максимум завтрак, ужин. Но вы помните, что ужинать можно в абсолютно любом отеле, если вам захотелось. Неважно, в каком вы живете, вы можете зайти в любой отель на ужин и поужинать. Понятно, что цена ужина будет разная. Понятно, что, например, там, ну, образно, там, в баре-бутике, это, наверное, будет там в районе 1500 ужин стоить. Если мы пойдем в автограф коллекшн, там, в районе 3500 рублей это будет стоить. А где-то можно там еще что-то среднее найти. Ну, примерно где-то вот такие расценки. Если хочется, да, можно пойти. Все равно будет какой-то шведский стол, какой-то больший ассортимент. Ну, наверное, для наших туристов это даже не вопрос цены, а, наверное, с одной стороны, это вопрос удобства и понимания, что есть из чего-то выбрать. Потому что, когда, я уже говорю, самая проблематика, люди приходят, особенно когда первый раз, смотрят на это меню, глаза разбегаются, название непонятное, картинка тем более, да, и в итоге выбирают то, что привычно, какие-нибудь пельмени или что-то вот в этом духе, ну или какую-то лапшу с чем-то, и потом начинают только то ходить и только это есть. Поэтому в связи с этим подчеркиваю, можно ходить в любые отели на шведские столы, где вы можете для себя выбрать, хотя вообще правильно называется не шведский стол, если будете заходить, правильно называется буфет, если как бы по-правильному, то есть все, что когда стоит в выборе перед вами, как говорится, самообслуживание называется буфет. И везде это называется буфет, барбекю там и так далее. Так что, как-то так. Ну, я говорю еще раз, здесь очень много кафе, и все китайцы, которые ходят в них, они, конечно же, кайфуют от разного ассортимента, потому что когда-то давно у них там был голод, все такое, поэтому они любят хорошо поесть, много поесть и разного поесть. И вот это в Китае как раз круто. И когда сюда люди приезжают и говорят, слушайте, нам было нечего есть, мы ходили там голодные. Ну, я не соглашусь, потому что, опять же, повторюсь, это вопрос не нечего есть, а мы не знали, что взять. Вот в чем вопрос, друзья, по еде. Я, конечно, очень хочу как-то сделать выпуск прям по еде.
Ну, я, честно, как-то еще не понял, как мне это красиво и классно сделать, потому что когда еду снимаешь, она не всегда выглядит прям как хочется, да, на картинке, чтобы, знаете, как вот как в рекламе бургер падает, да, хочется что-то такое. А получится, конечно, не так. Но, тем не менее, все равно показать можно. Вот я иду, у нас тут тоже опять кафе, магазины, то есть здесь изобилие всего. Вы здесь, ну, куда, как говорится, не блюнь, как говорится, все есть. Вот это у нас бар «Дельфин», мы сегодня проезжали мимо него. Как раз там можно вечером, собираются очень много экспатов, то есть тех, которые здесь живут. То есть вы туда придете, можете много русскоязычных там встретить, вот в этом месте. Говорю, раньше был Янг-бар еще, но он закрылся. А «Дельфин» функционирует. Вот. Так что мы практически с вами обошли весь Дадунхай. У нас остался впереди Summer Mall. И осталось показать вам CityLink, друзья. И будем резюмироваться. Я дам еще несколько полезных советов по поводу Хайнаня, Дадунхая. Так что смотрите до конца. Осталось совсем чуть-чуть. Уверен, что это полезно и интересно, потому что мне даже самому сейчас... Что супер, я иду вместе с вами, у меня первые эмоции. То же самое, что... как раньше, но только, как говорится, маленько по-новому. Вот. Так что давайте идти. Вот мы уже, кстати, с вами подошли к Summer Mall. Вот он большой стоит, огромный в этой части. Кстати, по дрону вы заметили, я некоторые кадры все-таки сделал. Но бесполетную зону Дунхаем почти везде поставили. Буквально две точечки есть, где можно взлететь. А в остальных местах все бесполетка. Ну, ничего страшного, я скажу так. У меня есть некоторые кадры с прошлых поездок. А так как особо глобально ничего не поменялось, можно будет некоторые видео, думаю, спокойненько их ставить для наглядности и понимания. Я не знаю, есть ли смысл заходить, тратить время, но в принципе все то же самое. Единственное, что я отмечу, что вот в этом торговом центре есть там Pizza Hut, если не ошибаюсь, Starbucks тут есть. И дополнительно я отмечу, что здесь есть посредине вот этих между них такая улица тоже еды вечером. Там барбекю всякие делают. И дополнительно отмечу, что в этом... В торговом центре есть продуктовый магазин, если не ошибаюсь, на четвертом этаже, в котором продают европейские продукты. Там, например, можно, ну, все купить. Например, я туда заходил частенько за пивом, которое японское. Асахи, Кирин. Вот это там есть, там сыры всякие продают и так далее. Ну, чисто европейский магазин, то есть там много чего такого есть. Ну, цены, понятно, не супербюджетные, но зато, если кто-то чего-то там... захотел или не нашел в основном супермаркете, можно будет сюда прийти. А, друзья, еще хочу отметить по одному магазину. Есть такой магазин, он для русскоязычных, магазин гурме. Он до сих пор работает, и в пандемию работал, и сейчас работает. Вы тоже можете прийти, он находится как раз вот между Summer Mall'ом. Там, в принципе, найдете, да, то есть указатели есть. Тоже магазин, где можно купить все, что, говорится, привычное продается в России, ну и не только. То есть и молочка там есть, и доширак там наш есть, и все в этом духе. Так что можете тоже как-нибудь заглянуть. Так что этот магазин хотел показать, наступила пандемия, не успел показать, так что вот делаю вставочку еще из прошлого. Но там все то же самое, я в этом как раз году, в этом сезоне, вот совсем недавно там тоже был, все то же самое, друзья. Ну и также походить, погулять, пошопиться, там всякая штука, вон и аптека, смотрю, есть там... ювелирка, вещи, все как обычно. То есть можно туда, вон ананас или вот сюда. Итак, пока идем, еще раз показываю, этот отель Линда полностью весь на реконструкции, наконец-то. Почему наконец-то? Потому что, друзья, в нем последние отзывы, у него было два корпуса. Вот этот, который в стройке, в лесах стоит, данный корпус ремонтируется. А вот тот второй, я так понимаю, он, наверное, работает все-таки уже, потому что я видел в продаже. Он работал, новый корпус, у него в чем плюс? То, что это на горе, новый, свежий. А вот этот старый был настолько ужасный, что последние отзывы говорили о том, что там даже клопы, друзья. Я переселял сюда пару семей, которые выбрали бюджетный вариант и настояли на нем. И их покусали клопы, пришлось переселять их в другой отель. Ну, я теперь думаю его отремонтировать, сделать. Но то, что он будет бюджетный, скорее всего, уже маловероятно. Как обычно, когда делают ремонт, потом задирают ценник, чтобы отбить, как говорится, инвестиции. Но вон тот корпус на горе уже вполне... Он уже тогда еще был построен, буквально перед пандемией его сдали. Вот, должен работать. Так, мы с вами двигаемся опять в сторону ананаса. Мы уже как бы с вами такой большой круг сделали. У нас с вами CityLink по плану. И мы до него, мы же его прошли, друзья. Да что ж такое? Друзья, мы его с вами прошли. Он был там, мимо проходили, возле Summer Mall. Я заговорился и все прошел. Ну, думаю, вы не расстроитесь. В принципе, его знаете. Обзор все то же самое, можно посмотреть. Он также... На том же месте остался, все то же самое, его обновили, тоже буквально перед пандемией, называется New CityLink он.
Ну что, друзья, давайте делать резюме по Дадунхаю, по нашей большой, огромной прогулке. Спасибо большое, что весь выпуск вы были тут со мной, что смотрели все. Я уверен, что кто-то увидел свои знакомые места, кто был, кто здесь не был, возможно, загорелся. Я срезюмирую коротко. Дадунхай – это инфраструктурное место, где много различных отелей. От, соответственно, недорогих бюджетных и, соответственно, до респектабельных типа автографа коллекшн. Всегда можно найти тот вариант, который вам по душе. Хотите вы больше гулять? Хотите ли вы быть ближе к морю, но, на мой взгляд, Дадунхай все-таки располагает к большим прогулкам, тем более здесь не такое много места, но разные локации есть. Есть и лес, где можно посидеть в теньке, походить, есть и магазины, торговые центры, есть и улицы торговые, и есть различные места, и, конечно же, вы здесь не останетесь без еды. Есть куча различной еды, и морепродуктов, и фастфуда, и стритфуда, и все остального. То есть фрукты, все, конечно, здесь в изобилии. Поэтому здесь не надо ничего искать, куда-то ходить, здесь все инфраструктурно. Если вы поедете первый раз, то, конечно же, я считаю, Дадунхай, наверное, все-таки это лучшее место для того, чтобы начать знакомство с островом Хайнань. Дальше вы можете отсюда съездить в Санья, там тоже, поверьте, очень много разных мест. Там есть рыночной рынок, есть дома деревья посмотреть, и фениксы, и большая длиннющая набережная. Поэтому отсюда будет вам удобно двигаться. Для тех, кто захочет более курортную часть, это будет следующим выпуском, мы поедем дальше в бухту Ялунгбэй. Дополнительно скажу, что я могу вам оформлять туры, как, соответственно, с перелетом, так и просто одни отели. Мы надеемся, что до конца года из России будут установлены прямые рейсы, тогда не нужно будет делать визу. Ну а пока, друзья, из России можно прилететь только с китайской визы, с пересадкой. И, соответственно, если без пересадок, то можно лететь только из Казахстана, из Астаны, из Алматы на прямых беспосадочных рейсах. И там тогда виза не нужна. В общем, обо всем этом я, конечно, консультирую, рассказываю. Ниже под этим видео есть мой прямой WhatsApp, есть ссылочка на мой сайт. Вы там можете все посмотреть, почитать. Я, в свою очередь, еще раз вас благодарю, то, что вы досмотрели этот выпуск. Еще раз рад, что мы вместе с вами прогулялись. Вы видели, как говорится, мои настоящие эмоции, мои настоящие слова, потому что я вместе с вами это делал первый раз. Так что привет вам передаю, огромный-огромный привет с Хайнаня. Увидимся в следующих выпусках. С вами был Павел Георгиев, видеоблог онлайн-турагентства Георгиев Travel. Пока. Что, у нас в этом сезоне будут какие-то плюшки для моих? Все, как всегда, по красоте. Ну, а помни, что у нас там? Скидочка. Скидочка сколько? Ну, пусть будет 20 в этом году. 20% в этом году скидочка на Beer Factory. Называем Георгиев Travel кодовое слово. Напоминаю, что у нас почему Beer Factory? Потому что у нас реально здесь варится пиво. Какое, Макс? Лагерь, Вайсбир, темная и еще новинка, американский IPA, 9%. Ну все, отлично. Два стакана. И все, да? Попробуй.
вот сюда, это Интерконтиненталь.